К другим темам. 100 миллионов рублей будут выделены в этом году из региональной казны на решение проблем с нехваткой питьевой воды в населенных пунктах. Областная целевая программа предусматривает реконструкцию, модернизацию и строительство новых объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Об этом сегодня шла речь на заседании администрации региона. Еще одна тема планерки – реализация федеральных проектов по переселению людей из аварийного жилья и ремонту многоквартирных домов. Проект по приведению в порядок жилого фонда предполагает, как известно, и участие самих владельцев квадратных метров. Они вносят 5% от стоимости работ. В этом году общий объем вложений в капитальный ремонт жилья на территории области составит почти 300 миллионов рублей. Из них 2/3 поступит к нам из Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. В рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов мы привлекли средства фонда в размере 180 миллионов рублей. Общая стоимость программных мероприятий с учетом софинансирования составляет 272 миллиона рублей. Участниками программы являются 12 муниципальных образований. Города Волгоград и Краснослободск вошли в другую государственную программу, связанную с развитием малоэтажного строительства. Благодаря этому проекту 300 человек из 18 многоквартирных домов, признанных аварийными, получат новое благоустроенное жилье.